Закопать клад. Очень много вариантов, как можно переехать его машиной. Я хочу раскрошить какую-нибудь косметику. Давай, давай. За клиник спасибо, я хотела этот крем. Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. Впрочем, ничего нового. И сегодня ко мне на канал пришла Ира Блан! Ира Блан. Не слышу ваши аплодисменты. Спасибо. Главные аплодисменты, между прочим, бьюти-блогеру Ире Блан. Я сказала вам о том, что она бьюти-блогер не просто так. Во-первых, вы должны знать, с кем вы имеете дело. Во-вторых, помните прошлое видео из рубрики «Угадай» или «Сосай»? Я снимала с тельняшкой. Мы твою косметику уничтожаем. Переехать машиной. Эльза, слезы свои горечи протру, пожалуйста. «Угадай» или «Сосай». Да. Окей. Прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал. Когда закончим, подписывайтесь на канал Иры, потому что это тоже важный момент. Ставьте лайк под это видео и, ну что, поехали. Поехали. Давай, я готова. Здесь у нас три тональных крема. Люмьен, Ирин, какой-то гарнир, мой и мой эссенс. Ира должна будет сейчас угадать свой тональный крем. Раздавайте карты. Так. Так. Фига ты там поналила. Разбазариваю чужое имущество, потому что могу. То есть ты уже определила, ты сразу определила, это твой. Да, изи. Подожди, дай я сама проверю. Сейчас так баба, я ошибаюсь, просто такой фейл будет. Да ладно, ладно, угадала она, конечно, она угадала. Сходу и так легко и просто. А это забираешь все. Я хочу раскрошить какую-нибудь косметику, давай, давай. Она как-то перевозбудилась, не находите? Ира угадала первую приблуду. Попробует ли она угадать вторую? Здесь у нас клиник, Зисаем и Ля Рош Посей. Сможет ли Ира отгадать? Как ты думаешь, ваше предположение, дамочка? Да. 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 Такая вот. Я им 3 года пользуюсь. 3. Это же 3, да. Есть у меня предположение, что тут ты все сразу отгадаешь. Так. Даже вот не глядя, знаешь ли. Даже из моих рук отгадаешь. Вот эти разве что. Ну, то есть, этот прозрачный, он точно не мой, прям 100%. Вот это скорее, это Холька? Нет, это Зисаем, ну тоже коричневый. Угу. Ну вот, скорее всего, вот этот вот мой. Мне такое кажется, сейчас просто по запаху, чтобы на всякий случай. Так, да. Похож на мой тональник. Ну да, я все-таки пристраховываюсь, но вот это мой, потому что у него тоже похожий запах на мой тон, такой же. Мамкин запах. Забирай! Забирай! Victory is your. K.O. Просто. Просто вот так вот сейчас буду делать. За клиник спасибо, я хотела этот крем. Пам. Так. Пам. Пам. Которые? Так. Ну это эти светлые. Не буду заранее загадывать. Вот эти с яшечкой. То, не то, не туда, не туда. Не то, не туда. А я знаю, где ее, где мои. Я все знаю. Ты уверена? Нет. Ну что тебе сказать? Вот тебе еще одна розовая коробка. Ой, какая я радостная, какая я радостная. Вы себе не представляете. Смотри, там 100-500 комочков. Господи, это просто... Положи, у тебя приступ положи. Хейта у нее, видимо, при написании этой бумажки был, потому что тут просто такой, типа, расстрелять! Ты понимаешь, что тебе придется расстрелять твою палетку теней? Пожертвован вами ради фана. Расстрел. Да, так снимается контент. Господи, просто какое-то распятие синей. Капец. Распятие синей. Ну, собственно, надеюсь, никто не пострадает, кроме синей. Ах,
Офигеть. Да, она тяжелая, прибудка какая. Давай, постреляй. Так, Ира готовится стрелять. Да, кстати говоря, это не настоящее оружие, чтобы вы понимали. Да, ну, в том плане, это пейнтбольное или типа того. Она попала! Она попала в тени! Она попала в тени с первого раза! В овервотче и в думе прошли не зря. Я попала ровно в те розовые. Подожди, подожди, я должна посмотреть это. Она реально попала. Она полностью их выбила. Она полностью с первого раза выбила вот эту фигню. Вы посмотрите на нее. Просто посмотрите на нее. Да я еще раз попробую. Подожди. Так, подожди, возможно, подожди. Прицеливаемся. Возможно, это стечение обстоятельств. Удача, случай. Давай, Ира, давай. Давай. Опа! Выбила еще одну тень. Еще одну тень выбила. Чуть-чуть. Чуть-чуть выбила. Вот, смотрите. Она опять в тебя отскочила. Почему она в меня? Тут кусок прям отвалился. Ору вообще дико. Там все просто летает нафиг. О! Все. Сваливаем. Блин, жестко. Слушай, ну вообще просто огонь. Вот здесь даже стекло потрескалось. Вызов принят. Так, у нас здесь помады. Никс. Угу. Помада Disney Cruella de Vil. Ну, прикольно. И помада, которую ты не можешь не угадать, потому что она твоя. BTS. Да. Так. Так. Потеребонькаю, понюхаю. А понюхаю. Я же это... Я пёс. Судя по всему, мы все по запаху. Помада номер один. Сводч делаем. Пить канал, все нормально же. Помада номер два. Так. Помада номер три. Почему я реально как пёс все отгадываю? Что за прикол? Я вот сейчас я не угадала, потому что я привыкла, что моя помада, она такая очень прозрачная, потому что это полубальзам. И она для меня ассоциируется с чем-то более невесомым. Вот, если вот тогда потереть. Это она. Но я отгадала ее по запаху, пока мазала. Не по виду, не по цвету, а по... Почему по запаху? И мне помада погромсала! Смотрите, что я такая... Как вот эти мазать теперь? Это моя помада. Твоя? Да. Ты свою помаду погромсала! Ну ты же сказала, что ты берешь свою самую любимую помаду, поэтому да. У меня точно такая же есть, поэтому я решила, что я не могу взять и уничтожить твою помаду, поэтому я уничтожила свою помаду. Мне теперь жалко твою помаду. Как прийти к компромиссу? Опять путыра, вообще все загробастала. Подкрасила губы. Подкрасила еще губы. Но вот сейчас я готова поспорить, что ты не угадаешь. Потому что я очень сильно усложнила тебе задачу. Твой хайлайтер Too Faced против моего хайлайтера Too Faced. Ну и эльф, да. Почему бы нет? Why not? Так, чисто по визуалу, мне кажется, что вот эти, они розовые. И вот эти вот похожи. Так что давайте потестим на руку хотя бы. Экземпляр номер два. Тут не прокатит. Хайлайтер не воняет. Тяжело тебе? Нет. Нет, не тяжело? Какой твой? Короче, смотри. Давай, расскажи нам. Этот все-таки розовый. Да, это согласна. Видно по оттенку. То есть вот это он. Это твой Too Faced. Да, это мой Too Faced. Так что поэтому выбор между эльфом и моим Too Faced. Да. Но я вижу, что он более кремовый, поэтому он у тебя вот так накрошился большими комочками, чем мой, который более рассыпчатый. Нет, я не угадала? Ты не угадала? Да ладно. Повезло тебе сегодня. Посмотрим, что мы будем делать с твоим хайлайтером с яшечкой. Давай. Такая радость. В общем, в наказание за то, что ты не угадала свой хайлайтер, ты сейчас будешь придумывать сама себе наказание. Точнее, тянуть фортуну. Тащи. Там есть возможность переехать хайлайтер на танке? Очень много вариантов, как можно переехать его машиной. Закопать клад. Закопать клад значит, что Ира должна пойти купить какую-то косметику, любую, и закопать это в землю где-то, и дать нам координаты, где именно будет закапан подарок, который какой-то из подписчиков откопает. Ну или он сгниет, если никто не пойдет за ним. Форт Боярд. Итак, по заданию Лисы я сегодня закапываю помаду. Помада BTS. Я купила специально для этого лопаточку. Чтобы ничего не испортилось, я положу это специально в пакетик.
Итак, наша косметика закопана. Ваш ориентир. Это второе дерево от красного скворечника. Главное, это отмечайте нас с Лисой в Инстаграме, если кто-то из вас нашел эту помаду первой, либо если кто-то пришел и не нашел. Находите памятник. Сзади него будет клумба. От клумбы поворачиваем налево. И на первом же перекрестке поворачиваем направо. Проходим мимо пёсельной мусорки и видим наше дерево. Скворечник. И дерево раз. И наше дерево два. Как ты думаешь, ты все-таки больше сегодня угадала или сосайнула? Я думаю, что я все-таки угадала больше, да. Черт, тогда получается опять я, что ли, сделала то самое второе слово, которое вас так сильно возмущает. В общем, спасибо тебе большое за то, что пришла ко мне на канал. Это тебе подарок, косметоз. В смысле? Ну, еще? Смысле? Конечно. Женщина, ты сумасшедшая? Ну, видимо, да. Это тебе небольшой подарок за то, что ты пришла поучаствовала. Спасибо, пусть, пожалуйста. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно напишите в комментарии, какого еще блогера вы хотите видеть. Да, это косметика от BTS, и вы тоже можете стать ее обладателем, если вы ее раскопаете, конечно. Да. Вот, напишите, какого блогера вы еще хотите видеть в этой рубрике. Обязательно подписывайтесь на канал Иры. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. Пока!